Шикарно. На огонь можно смотреть вечно. Так. Ну что, все на природе без телефонов? Или интернет у нас не везде работает? Да, 3G кое-как есть. Собственно, это наша любимая Юнтова. Не поверите, это буквально в 500 метрах от дома. Салам, всем привет. Так. А, собственно, вот так вот. Баранина, у нас здесь свинина и мраморная говядина, потому что мася моя не ест свинину. При этом к Горску, Дагестану. Че так поздно? А потому что дружбан мой долго-долго ехал, вот он приехал, и теперь на самом деле самый раз. На параде был. Да, он был на параде. Какой город? СПБ. С праздником, у вас с праздником. Почему она не ест? Ну, потому что мася у меня ест только телятину, либо мраморную говядину. Накачать попу пробежкой, ну, в индивидуальных случаях, когда попа очень все-таки одарена, правильная длина мышцы, правильный хороший прогиб, то можно, конечно, даже бегом накачать задницу. А так, в общем, маловероятно. Что пьем? А, Мася, покажи, что мы пьем. Есть у меня хорошие друзья, и со старыми акцизными марками можно достать даже вот такое. 98-го года Шато. 18 лет вину. Вино шикарное. Так я вам маску свою показал. Вот мы с ней вместе и пьем вкусное. Мася, дали мне чуть вина. Мы-то не за рулем. Так. Мася, тебя тоже приравняли к нам и написали, что мы страшные. Да. Да. Ну. Кстати, в чем мариновали мясо? В чем мы мариновали мясо? Одно с лимончиком и зеленью, а другое с кефирчиком. Собственно, вот так вот. А, поцелуйтесь, Мася. Привет с Астрахани. Ой, а вино шикарное, мягкое-мягкое. Дело в том, что вина много хорошего, но оно все коллекционируется. Пьем мы в основном молодые вина. Не каждый раз попьешь вино, которому 18 лет. Как убрать жир с икр на ногах? Большой-большой аэробикой, часа по 2,5, по 3. При этом четко помнить, что белок должен быть, иначе синтез начнет замедляться. В общем, как и еда. Так, где же вы были? Я скучал. Где мы были? Отдыхали. Мы посмотрели 4 фильма. Пока Юрка доехал, мы успели уже очень хорошо отдохнуть. Дорогое вино? Наверное, было бы дорогое. Сейчас же на самом деле есть разные программы, которые позволяют смотреть, что за вино. Но нам оно досталось гораздо дешевле. Почему я сам пью и ем, вкусной жене ничего не даю? Здрасте, в массе лежит мраморная говядина, замаринованная в кефирчике. А сейчас она также вместе со мной пьет красное вино. Вот. Так, как сделать плоский живот за месяц? Ну, не знаю, как это сделать. За месяц? За месяц. Не, ну можно, конечно, постараться, но это будет трудно. Ну, я сегодня 22 года, могу взгреть. Взгреть, что значит взгреть? Так, показать мясо? Мясо пока не покажу. Еще угли у нас готовятся, ему еще минуток 15-20, и поэтому я могу с вами поболтать. А потом мы уже придем к главному действию. Вы женщина? Не. Пипенька есть. Когда родился, сразу заметил. Так, вы знаменитый? Ну, не знаю. Вы же на меня подписались, значит, да. Что делать, если отстает бицепс бедра? Зачем вам бицепс бедра? Бицепс бедра увеличит объем ноги. И когда вы находитесь на массе или средней своей комплекции, точно не на сушке, то это увеличивает ваши ноги, ну, до размера, как будто вы толстый мальчик или девочка. Так, почему глаза покрасил, не покрасил, они у меня в тату. Так, муж подписан, потому что мысли крутые, это хорошо. Да, мы только-только приехали, и на самом деле, я говорю, здесь лепота. Сейчас буду еще раз показывать. Конечно, горит, Масек, еще как горит. Так. Там уже пылает. Ну и, собственно... Вот такой они наш гореть, скромный быт. О, хотите ли быть девушкой? Не, я вполне себя хорошо чувствую мальчиком. Все прелести жизни у меня есть по этому поводу. Когда Таганрог? Не знаю, честно, когда. Смотрите пока. Пока природа. Я надеюсь, что, кстати, вы тоже отдыхаете где-нибудь на природе. Хотя некоторые ребята сегодня с утра, когда я выходил в перископ, показывали, что у них идет снег. Ребята... Мы не хвастаемся, тогда просто частичку нашего тепла к вам. Лето, блин, оно такое, все равно ведь придет. Так, еще раз повторите, пожалуйста, у меня ноги толстые. Чего? Аэробика, адекватное количество белка, углеводы утром и днем, убрать соли из организма. А, так. Интернет у нас хороший, да, но это же Юнтова, здесь на самом деле не так все плохо. Как я связан с Таганрогом? Со Славой Ригертом дружим, и, соответственно, первый раз, когда мы уходили в перископ, много ребят, кто был в Таганроге.
Я связан именно так. Как найти в Инстаграме? Смотрите в ВК, в Ютубе, там в конце все написано о всех местах, где я только существую. Так, что за место? Это Юнтово, если любимый день в году. Да у меня каждый день в году он любимый. Можно я буду тебя называть шпаканизатором. Нормально, уже давно такое есть. Живое отличие отдыха, показать мышцы, ребят, какие мышцы. Хорошее красное вино, хороший отдых, хорошие друзья. На ТВ приглашают? Приглашают. Но, собственно, денег-то у нас никто не хочет платить. Это же Россия. Не боимся ли поймать клещей? Хороший вопрос. Наверное, нет. Так. Зачем ногти накрашены? Я уже отвечал, зачем не накрасить их. Саша, вы некрасивые. Саша клевый. А, сами некрасивые. Да. Так. Сколько у меня цигаров и магнитофонов? Не, нисколько не крали. Я другой шпак. Шпак не самая редкая фамилия, кстати. Так, сколько стоит поставить тренировки, это пишите в ВК, запись делает мой администратор Евгений Хайтович, и, соответственно, он вам расскажет, как записаться и что делать. Какую диету посоветует Мася? Ну, это Мася потом драм трубку, и она расскажет, какую диету она советует. Много ли хейтеров? Хейтеры прекрасные люди, они двигают весь прогресс. Кто, как не они, обращает на нас внимание. Так, Сашка, ты крашеный? Нет, я татуированный. Мой любимый день будет через 4 месяца 11 дней. Это у нас что? Июнь, июль, август, сентябрь, 20 сентября. Сколько бутылочек вина у вас на четверых? Ну, одна. Юрка за рулем. Поэтому только 50 граммов вина. Вот. Так что нам вполне хватит. Так. У всех тормозит трансляция? Не знаю. Интернет показывает 3G стандартно. Планируем ли детей? Пока не спланируем. Ох, какая лепота. Собственно, вот так. Так, губы не свои, как это? На мне, значит, мои. Кем работаю? Кем можно работать с такой физиономией? Тренером? Считайся красивым? Ужасно красивым. Так, не хотел бы брови, ты мне. Брови и глаза – это уже выжженная лазером татуировка. Еще раз буду выжигать, а потом будет, конечно, все агрессивнее, ярче, четче и совершенно другой формы. Люблю ли девушек? Нет, не люблю. У меня же жена. Зачем мне другие девушки? Алкоголь вреден? Нет, не факт. Так, хеллоу, какого я рода? По паспорту мужского. Так, он продает стероиды. Ух ты, серьезно, я честно свободе делаю. У нас так много все говорят, что далеко не смогут унести, сколько они сказали. Природа, шашлык, вино, я в армии. Ну, каждый сам выбирает свой путь. У вас жена, конечно, вон, Масенька сидит у меня, отдыхает. Так, жена у меня или муж? Жена, ты у меня жена или муж? Она говорит, что муж. Так, поедем ли на тайский? В этом году нас еще никто не приглашал. А в Ютубе есть, как меня принимали? Есть в Ютубе, есть в телевизоре. Смотрите много не того, что нужно смотреть. Если меня принимали, что же я тут делаю на берегу? Какая цель в тренировках на данный момент? Как всегда, арм как игровой вид спорта. Ну и, соответственно, люблю делать ноги, задницу. Это то, что мне нравится. А меня приняли за запрещенную ампулу. А кто их запрещал? Так, сердечки. Сердечки, кстати, сегодня много таких красивых. Так, показать жену. О, видите? Посмотрели? Хорош обратно на меня. Так, ну что? Сейчас угулям еще минуток 10 осталось. Мася, у меня опять закончилось вино. Юрий Анатольевич, как тебе вино? Да, замечательно. Я чувствую, что я побегу домой дальше. Почему? Не, нормально. Все, Юрке тоже дали. Так, как найти в Ютубе? На Ютубе забиваете Саша Шпак, можно просто забить Шпак, и сразу я в топе, первый. Так, Синтову не планируешь? Не, ребят, я же не качок, я так. Сколько мы женаты? Практически вечность. А что, пусто на поляне? Так мы подальше отошли, здесь канал такой большой-большой. Мы отошли подальше, видите? Да, кстати, все почти поуходили уже. И здесь, соответственно, народу не так много. Сколько мы женаты? Ну что ж, все пристали. Год. Так, привет из Вологды. А кто я по нации? Национальность? Национальность не указана. Как вы себя называете? Мася, как мы себя называем? Мы взрываем ваш разум, наверное, так. Так, что тут у нас? Как относитесь к конопле? Никак мы не относимся к конопле. Так, сколько приседаешь максимум? 255 приседаю максимум. Зачем красить ногти? А мне так нравится. А жене нормально, что вы поменяли пол? Ух ты!
Да, прикольно. Вроде пока не менял. Здесь только в квартире. Так, как убрать внутреннюю часть бедер? Липосакция хорошо убирает внутреннюю часть бедра. А если серьезно, я, как и все остальное, жир — это вода, убирайте соль из организма, носите утягивающее белье, и, соответственно, эффект будет приходить. Но он тоже временный, потому что без спорта это все ничто. Пока обмен веществ не увеличится, ничего не поменяется. Не, мы в Ольгино, мы не в Сосновке. Три самых эффективных упражнения для попы. Становое, приседание, выпады. Хотя есть отдельно тренажерчики, которые попадают, но они на самом деле все так разные, по-разному сконструированы, что не каждому они попадут. Я полукореец? Нет. Может быть, вы путаете шпак и пак? Нет, я не кореец. Зачем маникюр? Ну, по-моему, лучше с маникюром, чем без, не? Так. Так. Саша, когда глаза будут готовы уже? В июле будут. Че, бедно сидим? Ну, не знаю, ребят. Мраморная говядина, сыр чеддер, красные помидорки хорошие, хлеб ручной. Так что вроде неплохо. И 18-летнее вино. Так что все хорошо. Как насчет Дня Победы? С уважением, но уже вечер. Как рывок? Слушайте, рывок терапевтически делаю, но не ухожу чем дальше 60 килограммов на 10 раз. Так, и то. Это, наверное, не рывок, а подъем штанги над головой, стоя руками. Как похудеть? Как похудеть? Больше двигаться, меньше есть, особенно неправильных продуктов. Можно ли применять форму при псориазе? Есть ребята, которые принимают, но нужно понимать, что обострение обменных процессов так или иначе все равно наступает. Так, нагрузка на позвоночник. Надо понять, какого рода была нагрузка на позвоночник. Все считают, что при приседе она достаточно высокая. Прижим их ногами, она порой еще более высокая, как минимум на крестцово-поясничный отдел. Так что, собственно, вот так. Так, почему при чередовании упражнений уши закладывают и тошнит? Потому что поднимается давление, а не оттекает. Соответственно, советую между подходами просто идти на кардио. На дорожку ставить 5 км в час, 2-3, иногда 4 минуты ходить каждый раз. Отпускать будет гораздо быстрее, и давление будет стабилизироваться очень хорошо. Собственно, вот так. Так, ну что, наш шокер уже готовится. Скотского знаешь, как характеризуешь? Юра очень корректный, интересный парень. Мы с ним общаемся. При приезде в Москву мы обязательно встречаемся, но мы пока все туда не доехать. Так. Как у Маси настроение? Шикарно. БЦА добавляет воды в организм, я прибавляю 2 кг после приема БЦА в день по 30 граммов. Нет, БЦА просто хорошо работает антикатаболиком, предотвращает распад мышечной ткани. Так, все, Мася, привет, показать народ. Все, мальчики, да, девочки. Привет. Все, Мася, давай же, помаши всем ручкой, будем с удовольствием кушать вкусняшки. Все, шашлык еще у нас замаринован. Все, мальчики, девочки, всем спасибо, хорошего настроения, с прошедшим 9 мая. Будьте добрее, будьте лучше, и мира всем над головой.